Участники нашего проекта приближаются к финишной прямой. Все их усилия направлены на то, чтобы попасть в ротацию Таван Радио на волне 103 FM. Популярность молодых артистов растет не по дням, а по часам. Судить об этом можно по голосованию в группе ВКонтакте, где зрители выбирают своего лидера. На первые позиции вырвались три участницы – Диана Кузнецова, Алиса Ахахпи и Антонина Чернова. Все еще может поменяться, и это зависит от вас. Заходите, голосуйте, оставляйте комментарии, поддержите участников проекта. Всем участникам в финале проекта предстоит выйти на сцену, покорить своего будущего слушателя. И для этого солисту недостаточно лишь выдавать верные ноты, важно добиться истинного звучания. Как это сделать, как прожить все эмоции и донести их до зрителя, как справиться с волнением? На все эти вопросы помогал нам ответить актер, режиссер, преподаватель Института культуры Игорь Милосердов. Сцена – это та же самая жизнь, только на 1,5 метра выше. Да? Во всех смыслах. И в моральном, и в нравственном, и в художественном. Ну, во всех смыслах. Ну, и физически тоже, да, на 1,5 метра выше. И есть такое заблуждение, что вот такой, какой я есть в жизни, я выхожу на сцену, такой, какой в жизни. И этого как бы достаточно. То есть с тем настроением, с тем степенью, как бы, с той, как бы степенью внутренней напряженности, там, ну, с, ну вот, как бы с той... Ну, энергии, да, с которой я в жизни хожу. Вот я ходил и вышел на сцену. И вроде как бы нормально. Но сцена, она требует другого состояния. Эфрос, великий режиссер, мы уже сейчас об этом разговаривали, он сказал, что идеальный зритель – это тот, который сидит и еще вот так вот смотрит. То есть зрителей надо учитывать. Но где взять вот эту энергию, которую требует сцена? Просто представьте, что у вас в центре груди такой шарик энергетический. Все представили? Ну, представьте. Просто представьте, что у вас шарик. Какого цвета у кого, скажите мне? У меня красного. Отлично. Какого цвета? У меня голубоватого. Голубоватого. Отлично. У меня белый. Розовый. Ну, понятно. Серебряный. Вот, серебряный. Серебристый, да? Почему он у меня белый? Отлично. У меня все перламутровый. Перламутровый вообще замечательно. У всех свой энергетический шарик это, да? Представьте. Очень просто. Теперь представьте, что вот от этого шарика в левую руку такой идет луч, такой импульс от этого шарика в левую руку. Просто представьте, ничего не надо чувствовать. Просто представьте. Легко же представить, да? А теперь сделайте импульс из центра груди, чтобы этот шарик, ну, как бы вот, чтобы от этого шарика этот луч как бы двигал вот этой вашей левой рукой. Не сама рука двигается, а вот импульс посылаете такой сильный. Луч такой в левую руку. И луч этой рукой двигает. Теперь представьте, что в правую руку тоже луч. Это же просто представить. Вот представьте, что у вас из центра груди идет такие два луча в руки. Представили, да? Теперь два луча в ноги. Представили, да? Два луча в ноги пошли. И один луч в голову так. Представили? И теперь давайте сделайте вот, этот вот, вот эти лучи, которые у вас уже внутри. Сильный посыл из груди, вот из центра груди, сильный посыл вверх, чтобы эти лучи вот прямо в потолок. Просто представьте, ничего не нужно чувствовать. Представили? Резким движением, сильным посылом из центра груди вверх. Быстро руки вверх. И раз туда. И пробило. Эти лучи. Еще раз, чтобы эту крышу и четвертый этаж и в небо в это темное. И еще раз. Прям вот эти лучи. Просто их представьте. Увидите эти лучи. Все просто. А теперь эти лучи из центра груди в ноги туда, в потолок, в пол прям туда ушли. Просто представляете эти лучи и все. Больше ничего не нужно. Это просто, да? Представляете? Получилось? А теперь очень простое упражнение. Вот эти лучи, которые вот теплые, горячие ваши, из вашего... белого, перламутрового, голубого, красного центра, да, вот это вот тепло, такое абсолютное тепло. Друг другу вот здесь, сейчас, прямо не как только сейчас, друг другу подарите прям вот сильным энергичным движением, друг другу больше, больше еще, друг другу амплитуда больше, можно прям с разбега. Только лучи. Представляете, лучи все. Лучи друг другу. Больше, больше, еще, еще. Двигаемся. Двигаемся. Лучи друг другу.
эстрады, сосиски вообще никакой энергии нету. Где? Еще больше, еще больше, еще больше, еще, 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 еще. Можно и чтобы из ноги шла этот луч, из головы, чтобы этот луч шел. Удивительная вещь. Вот здесь, в центре груди, есть этот наш энергетический центр. Вы знаете, он никогда не заканчивается. Он никогда не иссякает. Как бы нам не было физически, вот я сейчас простужен, все, я сейчас вылечусь с вами, понимаете, да? Чем больше мы отдаем на сцене, тем он становится сильнее. Хороший актер, он владеет телом, владеет голосом и владеет своим психическим состоянием. Потому что это ошибочное мнение, что актеры, они такие люди, вот, ну как Бог, сейчас вот на душу положит, да? И он весь такой непредсказуемый, весь такой ранимый, весь такой чувственный. Актер – человек, который невероятнейшим образом, это супермен, в принципе, потому что человек, который владеет собой. Он, вот, вот сейчас нужно, чтобы он был грустный. Опять же, как это сделать, да? Хожу такой, я, как бы брови так, ну это я вот сейчас грустный, я грустный. Надо что-то вспомнить грустное. Ну, вспомните, у нас энергия просыпается когда? Особенно просыпается, когда мы с кем-то ссоримся. Да, вот, вот кто-то нас сильно раздражает, мы начинаем ссориться. И у нас энергия, мы выходим, хлопаем дверью, вдруг откуда-то она вот появляется изнутри. Или наоборот, там, как вот мы, я всем своим студентам говорю, сцена требует состояния влюбленности. Сейчас мы попробуем сделать то, что делал в свое время Морган Фриман и Джонни Депп. Я вас попрошу встать по кругу. Это упражнение очень простое, и в то же время сложное. Простое, потому что оно знакомо всем, в принципе. Вы это ощущали. Но, может, у кого-то с первого раза не получится. Но я вот рекомендую. Во-первых, для того, чтобы вот в начале, в самом начале, мои студенты это знают, и не только мои студенты, мои актеры это делают, и это очень помогает многим. Во-первых, есть такая фраза «соберись», да? Соберись. Что такое «соберись»? То есть ты сейчас как будто разобран, так, по молекулам. И эти молекулы надо вот как-то это, собраться. Мы так устроены, что наша психика напрямую связана с нашей физикой. Вот то, что мы делаем физически, мы этого сегодня еще коснемся чуть попозже, абсолютно связано с нашим психическим состоянием. Это вот, это абсолютно точно. Как бы рекомендую пальцы сжать, да, сжать пальцы, чтобы воздух. То есть себя нужно, не касаясь своего организма, собрать, причем и ноги тоже, обе ноги. Тело, торс, спину, бока, руки, грудь, все. Только, знаете, вот эти вот, вот я вот, отлично. Как тебя зовут, я не очень запомнил. Костя, вот он делает правильно. У него движения энергичные. У вас сейчас, я вот, знаете, вот так вы не соберетесь, вот так. Вы не соберетесь так, вы еще наоборот, понимаете, совсем. Вот, состояние должно быть, вот на ком бы мне показать. Ну, давай на тебе. Не бойся, Майкл Джексон. Я тебя не коснусь, не бойся. Чувствуешь меня? Да. Вот так ты должен делать сам собой. Абсолютно четко. Прям вот чтобы ветер на вас шел. Поехали. Двигаемся. Двигаемся активнее и радостнее. Активнее, активнее. Активнее, девушки. Я тоже. Чувствую, что ты робот. Давай, 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 двигаемся, двигаемся, двигаемся. Быстро, сильно, быстро, 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 быстро. Двигаемся, 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 двигаемся. Сильнее на себя собираем. Собираем, собираем себя, собираем, 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 собираем. Ну-ну-ну, быстро, 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 быстро. Молодцы, теперь просто попрыгали. Просто попрыгали. Действительно, когда ты выходишь на сцену, ты как расползаешься. И волнение, руки начинают запотевать. Ну, мы сегодня поделали эти движения. То есть даже заряд. Вот какой-то заряд на самом деле. Я думаю, что мне это поможет. Я постараюсь. Такое свойство в современной молодой эстраде. Такой момент самолюбования. Понимаете, о чем я говорю? Песня не очень важна. Все, не важно это, все, где, вот, а вот, вот выхожу я. Я вот такой золотой, невероятно волшебный. Вообще все должны быть счастливы, что я дышу рядом с ними. А все должны не дышать при этом.
Вот этот момент самолюбования. И когда вот эти вот люди, которым это свойственно, берут очень хорошие песни, им песни не важны, понимаете? Песня сама не важна, ее содержание, ее настроение не важно. Важно, что я это исполняю. И отсюда начинается совершенно нелепое существование этого человека на сцене. Он, то есть начинается абсолютное несочетание его поведения, его жестов с содержанием песни. Ну вот представь, сейчас я сделаю кощунственный такой момент. «Темная ночь», я уже сегодня вспоминал. Представляете, «Темную ночь», поет какой-нибудь молодой исполнитель. «Темная ночь» и так далее. Ну. Это, если честно, наверное, все зависит еще от песни. Какая песня? Наверное, когда веселая песня, честно призналась, наверное, я выходила, чтобы показать себя. Вот честно признаюсь. А когда такая лирическая песня, мне все-таки хочется, чтобы зрители поняли смысл песни. Как жаль, что наши дни летят, увы, с безумной скоростью нельзя перелистать назад страницы этой повести. Порой, меняя города, несет судьба упрямая, но мы опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная. Просто я сейчас так далеко нахожусь от мамы. Я по ней очень скучаю. Я ее просто так сильно люблю. Для всех участников такое занятие было в новинку. Однако среди наших молодых певцов есть профессиональные актеры Чувашского драматического театра. Это трио «Кайсас». Насколько им был полезен этот урок? Вспомнить именно азы. Это именно азы. Это так здорово. Опять-таки слова Станиславского, еще раз вернулись к нему, любить искусство в себе, а не себя, искусство. Именно вот это. Спасибо вам большое, я вам желаю успехов, удачи. На самом деле, все в ваших руках, это понятно, вы сами все это знаете, потому что все сказали. Я вам желаю, чтобы вы, я вам желаю состояния влюбленности. Влюбленность в то, что вы делаете. Это невероятный источник энергии и поможет преодолеть все эти вот неудачи, там, провалы, которые обязательно будут. Еще что-то, или кто-то вас не будут воспринимать всерьез. Но состояние влюбленности, а мне, как у Высоцкого, а мне плевать не очень хочется. Вот, и все. Вот в это состояние влюбленности пусть вас не покидает никогда. Спасибо, все. Никогда не поздно научиться чему-то новому и повторить ранее пройденное. Надеемся, до концерта они не забудут, что учили. Насколько им это удастся, вы сможете оценить, если придете на концерт 5 декабря в 19:00 в Мегагэлакси. Увидимся там и в следующую субботу в эфире национального телевидения.